матч у нас проходил с командой Кораблино. Ребята приехали, видно, заряженные были показать на поле хорошую игру. Видно было грубость с их стороны, и с нашей стороны была грубость. Типа все были настроены на победу. Так еще можно сказать, что первые минуты не удались у нас. Вот, и мы начали игру очень плохо. И смотреть было трудно на это. И немножко на судейство тоже это влияло. Очень судья, ну как, не в нашу, не в вашу сторону как-то. Вот, и получалось то, что очень грубо игра проходила. Ну, замены вынужденных прямо не было, конечно. Были все замены по физической усталости. Было сказано, что ребята и с их стороны, и с нашей тоже, ну, типа, погода, конечно, влияла очень так. Вроде не жарко, и все равно тяжело дышалось почему-то. Первые игры, вот, сезона, и замены были вынуждены. Вынужденных прям не было, чтобы там с травмой какой-то. Вот. Голы у нас забивал Николай Чернов, забил Владимир Кузьмичев и забил Максим Морозов. Ну, поддержку слышали от болельщиков, спасибо им очень большое. Они поддерживали нас, было приятно видеть полную трибуну, конечно. Хочется почаще даже как видеть эту поддержку и видеть, что, ну, стараешься ради родного района, типа, очень приятно. Вот. Конечно, спасибо Александру Викторовичу Аникушину, поддержка в виде, ну, тренерство очень было влиятельно и подсказывал. В перерыве нас отбодрил, и мы завелись, и сразу со второго тайма уже забили гол. Вот, и, ну, взяли под свою игру, под свою инициативу. Первые сезоны у нас где-то года 3, наверное, 4 назад, у нас обновилась очень сильно команда. Ну, ребят, которые в возрасте, мужчин уже, которые тоже, ну, и травмы есть, и вот Александр Викторович тоже травмы бывает, и он уже редко выходит на поле. И уже мы своим молодым костяком уже стараемся показывать уровень. У нас есть ребята, которые, ну, мы играем в Рязани на разных турнирах. Стараемся там играть с другими соперниками, которые, ну, выше класса в Рязани, это ясное дело. Там ребята и спортивные школы очень развиты в футбольном плане. И очень нравится, конечно, ездить и играть с такими игроками, которые и в техническом плане сильнее, и в физическом, и тактическом. И очень хочется добиваться там успехов и стремиться только к победам.